Филипп Киркоров никогда не скрывал, что семейная жизнь с Аллой Пугачевой пошла на пользу его популярности. За это он искренне благодарен бывшей жене. Он тоже помогал своей знаменитой супруге всем, чем только мог. Например, выигрывать в казино. Известно, что Примадонна – человек азартный. Она сама признавалась, что легко могла спустить до 2 миллионов долларов, но примерно столько же и выигрывала. И не без помощи Филиппа Киркорова, который сопровождал свою супругу в ее походах по злачным местам. Он, как оказалось, является своеобразным талисманом, приманивающим деньги. И поэтому его очень любят брать с собой в казино друзья и знакомые, признался исполнитель «Зайки моей» на красной дорожке премии «Золотой граммофон». Приходится зарабатывать другим способом, своим талантом. И в этом Киркорову нет равных. На днях он заявил, что готов выступать даже перед собакой. Конечно, если за это ему хорошо заплатят. Цитирует откровение поп-короля страсти.